Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский». В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Смертельно опасное селфи. Два подростка получили удар током, когда пытались сфотографироваться на грузовом вагоне. Один из пострадавших находится в реанимации. А такая ли доступная? Доступная среда для инвалидов. Некачественные инвалидные коляски, отсутствие пандусов и безразличие властей. Карагандинцы с ограниченными возможностями рассказали о своих проблемах. В новом учебном году с новыми учебниками. В Карагандинском областном филиале партии «Нур Отан» обсудили учебники обновленного содержания для 3-х, 6-х и 8-х классов. Обо всем более подробно. Подростки, пытавшиеся сделать селфи на вагоне, получили удар током. Сейчас школьники находятся в клинике имени Макажанова. Случай произошел 3 дня назад на путях железнодорожной станции «Караганда-Пассажирская». Подростки, чтобы сделать селфи, забрались на грузовой вагон и уже оттуда упали после поражения электротоком. Дети 12 и 14 лет получили сильные ожоги. У одного из них сгорело 63% тела. Сейчас подросток находится в реанимации без сознания. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, но пока безрезультатно. У второго ученика незначительные ожоги. Специалисты перевели его в палату. Сейчас они находятся там, под присмотром врачей. Один мальчик находится в реанимации, у него 63% ожогов идет тело. И второй ребенок, 4% ожогов, находится сейчас в палате. Состояние у ребенка, который в палате, стабильное. Возможно, на этой неделе выпишут. А у ребенка, который находится в реанимации, стабильно тяжелое оценивается. Сейчас вся необходимая медицинская помощь оказывается. Некачественные инвалидные коляски, отсутствие пандусов и безразличие властей. Это далеко не все проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Уже несколько лет в Караганде действует программа с громким и обнадеживающим названием «Доступная среда для инвалидов». В Карагандинской области число граждан с ограниченными возможностями насчитывает свыше 60 тысяч людей. Среди этой группы есть и те, кто, несмотря на свой недуг, ведут активный образ жизни, а именно занимаются спортом. Один из них, Федор Старикин, заявляет, государство не оказывает должной помощи социально уязвимому слою населения. У спортсменов нет ни подобающего спортивного инвентаря, ни качественных инвалидных кресел. Мало кто нам, походу, помогает. Вот, порой хотелось бы, потому что от государства у них есть не один ответ. Социальная есть у вас часть. Вот, то, что вам положено, вы получаете. Если что-то другое, то на это не положено деньги. А нам нужно выезжать и развивать вообще инвалидный спорт. Обеспечение очень, не то что слабое. Взять ракетки те, что дадут нам, это 3500. А для серьезных соревнований ракетка нужна индивидуальная для каждого игрока. То есть это не менее 60-70 тысяч. Согласно законодательству, человек с инвалидностью может получить коляску в соответствии с рекомендациями в его индивидуальной программе реабилитации, что само по себе весьма непросто. Процесс занимает достаточно много времени. Инвалиды жалуются, что коляски, предоставляемые государством, низкого качества. Ситуацию прокомментировали в Управлении координации занятости и социальных программ. Покупка инвалидных кресел осуществляется согласно государственным закупкам. Когда нам поставляют коляски, мы приглашаем общественные объединения инвалидов для того, чтобы они их осмотрели. Эти люди состоят в нашей комиссии. Так как они сами являются людьми с ограниченными возможностями, им легче оценивать качество поставленных кресел. Хочется отметить, что за последние 3 года мы не получали жалоб со стороны инвалидов. Стоит сказать, что тендер выигрывает та компания, которая предлагает наименьшую цену. Если нас не устраивает качество, то мы разрываем контракт. В нашей практике был такой случай. Несмотря на увеличение бюджета, управлению по работе с ветеранами и инвалидами не удается обеспечить граждан всем необходимым. Пока разрабатываются различные социальные программы, продолжают поступать жалобы от людей с ограниченными возможностями. От городских властей невозможно добиться помощи, а от людей – понимания. Тохжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С
75-летний юбилей отметил один из самых известных руководителей Караганды Шаймерден Уразалинов. В минувшую пятницу в городском акимате состоялся торжественный прием, на котором аким Караганды Нурлан Аубакиров поздравил юбиляра. Это были самые тяжелые годы для всех казахстанцев. Администрацией Караганды Шаймерден Уразалинов руководил ровно 10 лет. С июля 1987 по июль 1997. Время развала огромной страны, время тотального дефицита и последующего дикого капитализма. Коллеги вспоминают, что рабочий день Шаймердена Абельмажиновича длился по 14 часов. Не было ни выходных, ни праздников. С нуля он возводил целые микрорайоны Караганды, запускал станции и заводы, крупнейший в регионе диагностический центр. Это отметил аким шахтерской столицы Нурлан Аубакиров. Как говорил у нас Уильям Шекспир, залог успешного руководства – это все-таки видеть многовариативность будущего, умение предусматривать самые разные сценарии. Вот высокий результат вашей многолетней работы – подтверждение тому, что вы умело предусматривали последствия, могли их, и в том числе негативные, могли их предвосхитить, решить заранее. И сегодня мы живем в хорошем, чистом, уютном, теплом городе. Аким Караганды, ветераны, коллеги высказали много слов благодарности и преподнесли юбиляру подарки. И вы у нас как предводитель, как самый опытный руководитель города, вы всегда в центре. Не только жители Караганды, но и граждане всей Карагандинской области выражают благодарность юбиляру за то, что он сделал на посту депутата Мажилиса парламента. А именно, Шаймерден Уразалинов доказал правительству, что именно государство отныне отвечает за судьбу регрессников, тех, кто получил увечья на производстве. На торжественном приеме Шаймерден Абельмажинович признался в безграничной любви к городу и пожелал нынешнему руководству всяческих успехов. Мне очень приятно за приглашение, за поздравление. Я желаю нынешнему поколению представителей исполнительной власти очень значимый для Казахстана карагандинской земле. Вот. Я желаю удачи, процветания. Мы должны всегда помнить, для того, чтобы мы были оптимистами, что завтра всегда лучше, чем вчера. Мы вот так вот к этому движемся, и наш город хорошеет. Несмотря на возраст, юбиляр не сидит без дела. Шаймерден Уразалинов сегодня возглавляет Казахстанскую электроэнергетическую ассоциацию. Эта влиятельная организация объединяет более 90 энергокомпаний страны. Коллеги отмечают, что где бы ни работал Шаймерден Абельмажинович, он остается прежде всего защитником интересов простых людей. Андрей Тенжес, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В новом учебном году с новыми учебниками. В областном филиале партии «Нур Отан» состоялся республиканский семинар для учителей, методистов и специалистов управления образованием. На пленарном заседании обсуждались учебники обновленного содержания для 3-х, 6-х и 8-х классов. С 2016 года во все школы страны поэтапно внедряются обновленные стандарты учебной программы. Так, в прошлом учебном году были разработаны единые базовые учебники для 1-го класса по всем 9 предметам. А уже в следующем учебном году на новые учебники перейдут учащиеся 3-х, 6-х и 8-х классов. О важной роли обновленных стандартов рассказала заместитель директора Центра образовательных программ «Назарбаев интеллектуальные школы» Арайлы Макзумова. Она заявляет, изменения в учебной программе — это веление времени. Сегодня, когда мы живем в эпоху, где информация очень быстро устаревает и все очень быстро меняется, прогрессируют технологии, наука, естественно, образование не может оставаться на том месте, поскольку сегодняшние наши детки, которые сидят в школе, закончив завтра школу и попадая на рынок труда, у них не будет тех знаний и навыков, которые будут требовать те рабочие места, те новые технологии, с которыми они столкнутся. Поэтому были вместе с Национальным
Национальной академии образования, АО «Назарбаев» интеллектуальной школы, разработаны обновленные стандарты образования. Согласно международному исследованию оценки уровня математической, читательской и естественно-научной грамотности обучающихся, Казахстан демонстрирует низкий показатель. В данном рейтинге лидируют страны, такие как Сингапур, Китай, Япония и Южная Корея. Чтобы повторить успех азиатских стран, правительство делает упор на современные стандарты образования. Как отмечают специалисты, новые учебники ориентированы на организацию самостоятельной работы учащихся. Одним словом, теории станет меньше, а практики больше. Эти учебники разработаны по новой программе, по программе обновленного содержания образования. И они корни отличаются от действующих учебников, то есть разработанных по старому ГУСУ, по старым учебным программам. Чем они именно отличаются? Почему прежние учебники не устраивают тогда в министерстве? Во-первых, изменилась концепция учебника. Если раньше в учебниках основное внимание уделяли информационному компоненту, то есть основная вся информация должна была присутствовать в этом учебнике. Сейчас учебник больше ориентирован на организацию самостоятельной учебной деятельности учащихся. На семинаре собрались выше 400 учителей, методистов и специалистов управления образования. Были презентованы учебники и высказаны рекомендации. Эффективность новых учебников можно будет оценить в следующем учебном году. А с 1 сентября 2019 года на обновленный стандарт учебной программы перейдут уже 4, 9 и 11 классы. Тожан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Творческий вечер, посвященный памяти известной исполнительницы Куев Ахкыз Ахметкызы, прошел на сцене Дворца культуры Горняков. Культурное событие собрало ценителей таланта, молодых дарований, а также писателей и исследователей. Мало кто знает, что настоящее имя исполнительницы Мугульсым. Однако подруги прозвали белоликую красавицу Аккас. Именно под этим именем запомнилась народу неимоверно талантливая исполнительница и любящая мать. В этом году карагандинцы с размахом отметили 120-ю годовщину со дня рождения великого композитора. На торжественном мероприятии презентована книга о жизни и творчестве Акказа Ахметкызы. Автор книги и по совместительству прославленный Киши Жангали Жизбай выступил в качестве ведущего. На концерте также присутствовал исследователь Жаркын Шакарим. Он был лично знаком с Аккыз Ахметкызом. Карагандинская область – это культурный очаг Казахстана, поэтому примите пламенный привет из Алматы. Если углубиться в историю, то 19 марта 1967 года была опубликована моя статья об Аккыз Ахметкызы в газете «Центральный Казахстан». На написание данной статьи меня вдохновила встреча с ней. В то время я был совсем юным студентом музыкального колледжа. Мы поехали в аул, где жила бабушка Аккыз. Разумеется, я захотел написать о ней статью и пошел в ее дом, чтобы лично с ней познакомиться. Она тепло меня приняла, и верите вы или нет, но мы просидели за разговором с утра до самого вечера. В тот день она исполнила невероятно грустный кюй о девушке-сироте. Мероприятие украсили выступления акынов и танцевальных ансамблей. Концерт начался с Кие Толкын в исполнении правнука композитора Азамата Сакенова. Изюминкой вечера стало проникновенное выступление воспитанников детского сада имени Аккыз Ахметкызы, расположенном в селе Актугай. Ах, где я?
В завершении мероприятия руководитель управления культуры, архивов и документации Эркеблан Агымбай наградил выступавших артистов благодарственными письмами. Стоит отметить, что люди и по сей день помнят свою талантливую дочь, которая воспевала любовь казахского народа к свободе. В прошлом году завершились съемки документального фильма о жизни композитора, а месяцами ранее прошел конкурс имени Ахмедхаза среди исполнителей Киев. Должан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Игровую комнату для детей военнослужащих открыли в войсковой части 31-775 регионального командования «Астана». Командование части отмечает, что в вооруженных силах Республики Казахстан для каждого военнослужащего создаются благоприятные условия для прохождения службы. Что делать, если родители военнослужащие работают в выходные дни? Детские сады закрыты, нанимать няню слишком дорого. Кардинально к решению этого вопроса подошли в войсковой части 31-775 регионального командования «Астана». Впервые здесь распахнула свои двери игровая комната для детей дошкольного возраста. Инициаторами создания игровой комнаты стала служба по работе с семьями военнослужащих и психологи войсковой части. Зачастую по субботам во время проведения паркохозяйственных дней, когда не работают детские сады, во многих семьях возникает вопрос, куда определить ребенка на полдня. И вот у нас теперь есть возможность принять детей. Идея открытия игровой комнаты вызвала большую заинтересованность у наших военнослужащих. Кто-то принес из дома лишние игрушки, детские книжки, настольные игры. И таким образом наша игровая комната не потребовала никаких материальных вложений. Для детей создана атмосфера уюта, тепла, комфорта. Пока родители на службе, у детей есть возможность заняться творчеством, посмотреть интересные мультфильмы, познавательные телепрограммы, почитать детские книги и принять участие в играх. За ними в это время присматривают психологи части и женщины из состава службы по работе с семьями военнослужащих. При необходимости психологи проводят с детьми коррекционные занятия. Практикуем методы песочной терапии, проективные методики. Таким образом, у нас есть возможность по необходимости оказать психологическую помощь тем семьям, которые в этом нуждаются, не вторгаясь в их личное пространство. Детки очень довольны, они с удовольствием приходят. Для нас очень важно, чтобы уже с этого возраста у детей зафиксировалось положительное отношение к воинской части, то есть к работе папы, а значит, к вооруженным силам в целом. Помимо открытия игровой комнаты войсковой части 31-775, для учеников 9-11 классов начали функционировать военно-спортивные клубы, такие как «Юный стрелок», «Юный артиллерист», «Юный танкист», «Основы самообороны». Командование части отмечает, что на сегодняшний день подобных игровых комнат в войсковых частях еще нет. Это значимое событие не только для этого подразделения, но и для всего регионального командования. А цель создания игровой комнаты одна – создание благоприятных условий прохождения службы и поддержка морально-психологического состояния военнослужащих. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские студенты стали участниками областного чемпионата по интеллектуальной игре «Что, где, когда». 34 команды со всех регионов Карагандинской области собрались в спортивном комплексе «Жастар» в борьбе за главный приз – «Хрустальную сову». Интеллектуальные игры «Что, где, когда» в Караганде проводятся регулярно. С 2009 года при стадионе «Шахтер» действует клуб интеллектуальной игры. На этот раз в умственном состязании померились силами студенты колледжей и члены молодежного движения «ЖИГЕР». Мероприятие организовало Управление образования Карагандинской области. 35 команд. Для меня, на самом деле, было удивлением, что в Караганде, в области, так много колледжей. Есть колледж моды, есть сестринский колледж. Я узнал много нового, возможно, это не пригодится в будущих играх. Но в любом случае, это что-то, конечно, в любом случае очень приятно, что столько молодых ребят, многие впервые играют в нашу игру. Надеюсь, они продолжат соревноваться и дальше. Для игроков подготовлены вопросы из различных областей знаний. Авторы постарались избежать перекосов в сторону технических или гуманитарных наук. Не забыли составители и о вопросах, связанных с историей страны и родного края. Участникам предстояло блеснуть знаниями о Казахстане и даже Караганде. Организаторы отмечают, что данные игры – это не просто развлечение для ума.
Данные игры будут проводиться ежегодно с целью выявления наиболее талантливой, творческой, эрудированной команды. То есть областное молодежное движение «Жигер» – это то движение, которое рассчитано на выявление таких талантливых ребят, способствующих дальнейшему развитию. И такие игры, они помогают им в своем роде развиваться. Главным призом стала статуэтка совы – неизменный символ интеллектуальной игры «Что, где, когда». Его обладателем стала команда Карагандинского технико-строительного колледжа. В качестве ценного приза ребята получили проектор. На втором месте – эрудиты Карагандинского железнодорожного колледжа. Замыкают тройку призеров студенты колледжа иностранных языков. Лучшим знатоком признана Алена Ручкина, студентка технико-строительного колледжа. Она награждена планшетом. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» проводит игры на выезде. 17 ноября в городе Учалы карагандинская дружина обыграла местный клуб «Горняк» со счетом 1-4. А 19 ноября в Орске «Сарарка» разгромила клуб «Южный Урал» со счетом 1-3. Первый период команды начали активно. Раз за разом возникали опасные моменты у ворот. Однако голкиперы обеих дружин их успешно отражали. Много бросков игроки приняли на себя, помогая вратарям. Второй игровой отрезок также прошел на высоких скоростях и с большим количеством опасных моментов. На 29-й минуте арчанам удалось разыграть комбинацию, которую завершил Александр Куршук. 1-0 в пользу хозяев. Но спустя 3 минуты карагандинцы сравнивают счет 1-1. Отличился Айрат Зиязов. Далее команды продолжили играть в атакующий хоккей, ловя друг друга на контратаках, но изменить счет не получилось. В третьем периоде команды начали играть строже в обороне, пытаясь разрушить все подходы к своей зоне. Арчане раз за разом штурмовали ворота Сарарки, но на 50-й минуте карагандинцам удается хороший розыгрыш, и Максим Иванов увеличивает счет 1-2. Надеясь перевести игру в овертайм, на 56-й минуте наставник команды «Хозяев» выпускает 6-го полевого игрока. Но это не приносит результата. Станислав Альшевский забрасывает третью шайбу в пустые ворота. Итог 1-3. Карагандинцы увозят 3 очка. На счету команды вторая победа подряд. 21 ноября в Челябинске «Сарарка» проведет игру с местным клубом «Челмет». Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соловым Стар.